Армянская мудрость гласит: был бы мед, а пчела к нему из Багдада прилетит. Слетаемся к столу, сейчас будем осваивать приготовление настоящего армянского блюда. А поделится секретами мастерства повар-профессионал. Назик, здравствуйте. Здравствуйте. Что готовим сегодня? Мы сегодня готовим наше национальное блюдо тольмовых виноградных листьев. Назик Илоян с детства обожала готовить. В Россию приехала 8 лет назад и первым делом устроилась на работу в настоящий армянский ресторан, чтобы подарить тюменцам радость вкуса родной кухни. Всем кулинарным новинкам она предпочитает древние армянские рецепты и знает все секреты их приготовления. Какие ингредиенты нужны для этого? У нас надо мясо говяжье и свинья. Угу. Потом рис. Соль, черный перец, сливочное масло, виноградные листья, зелень и болгарский перец. В фарш из говядины и свинины мы добавляем лук, зелень, рис, обильно перчим, а для сочности добавляем болгарского перца. Вообще армянские мясные блюда отличаются многоступенчатой подготовкой. Мясо отбивают и отваривают в разных бульонах, смешивают с пряными травами и овощами. Возможны и неожиданные сочетания, например, древний арганак готовят из курицы и оленины. Часто к мясу добавляют фрукты. Вообще армянская кухня очень богатая кухня. У нас все растут, и овощи, и фрукты, и человек надо от души готовить все. Если от души готовить, все вкусно получается. Ну, можно это тольма виноградным листом добавляет айва. Айва очень аромат дает. Кстати, для приготовления кушания армяне используют около 300 видов дикорастущих трав и цветов. А мы тем временем добавили в фарш сливочное масло и аккуратно пакуем начинку в виноградные листья. Потом надо эту кастрюлю лить, добавляет 2 зубчика чеснок и острый перец. Вы секрет спрашивает. Это секрет. И это тольму вкус дает. И аромат. Погружаем в холодную воду, отправляем на плиту и варим на медленном огне 1 час. Подавать будем по-особому, по-армянски, с чесночным соусом мацони. Наш тольма готова. Этот тольма виноградный листом надо есть или вилком, или руками. Наш армянин очень сильно любит руками есть. Можно лавашем есть. Так положить. Ну, как дурум получается. Цицаком. Ну, кто как любит. Ну что же, гостеприимные армяне приглашают меня к столу отведать долмы по секретному рецепту. А вы пока изучайте армянскую кухню. Бари Ахуржак.